По прогнозам ООН, 6-летней давности отметки в 20 миллионов жителей Казахстан должен был достичь только в 2030 году. Но рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни в нашей стране очень сильно ускорили наступление демографического юбилея. Причем 20-миллионными казахстанцами признали сразу 5 младенцев, появившихся на свет в одну и ту же минуту. Если в алфавитном порядке, то Айсултан, Алимхан, Мухаммад, Тамирис и Ясина. 3 мальчика и 2 девочки из 5 областей – Жетысу, Туркестанской, Атырауской, Улутау и Акмолинской. У каждого ребенка уже есть своя индивидуальная семейная история, но при этом общий статус в истории страны. Родители 20-миллионных казахстанцев получили полезные подарки для ухода за ребенком и по 2 миллиона тенге на счет в Отбасыбанке, которые можно потратить на недвижимость. У юбилейных детей будет по-особенному оформленное свидетельство о рождении. Ну а для всех младенцев, которые появились на свет в этот день, 14 ноября, и раньше, и позже 20-миллионных, есть вдохновляющий прогноз от астролога. В астрологии есть солнечный знак, а есть знак асцендента. Так вот, этот ребенок не только по солнечному знаку Скорпион, а он и по асценденту Скорпион. И мало того, что он и по солнцу, и по асценденту Скорпион, у него еще солнце с Марсом в соединении в Скорпионе. Это очень большая сила и энергия Скорпион. Очень сильная пробивная, у которого человек достигнет успеха во всем, чем он будет заниматься.